В Академии творчества прошел творческий вечер, посвященный юбилею члена Союза писателей Казахстана, члена Союза журналистов Республики, поэтессе Гулькасиме Аймахановой. Журналист по профессии Гулькасима Аймаханова многие годы сочиняет стихи и пишет музыку. Она вела программу на радиостудии, а на мероприятии прозвучали песни, гимны Академии творчества и городского дворца школьников, написанные самой поэтессой, а также песни, посвященные городу Актобе и нашей знаменитой землячке Алие Молдагуловой. Я многие годы, вот в начале независимости Казахстана была в первых рядах, я могу сегодня сказать с гордостью, что я была одним из первых подающих заявления на, как бы, я прошла в ряды международного антиядерного движения «Невада 7». Эзымгали Кубенов ага, многие годы мы вместе работали, я отвечала за пропаганду, как за агитационную сторону, и с нашими общими усилиями, усилиями общественности, да, было закрыто в начале 90-х годов ядерный полигон в Байгаинском районе. Но до сих пор эта тема становится актуальной, мы до сих пор проводим акции, держим связь с Байгаинским районом. К сожалению, Эзымгали ага ушел из жизни. Надеюсь, что вот эта тема экологического, как бы, тема экологии вот повседневно. Надеюсь, что найдутся молодые продолжатели этого дела.